профессии аналам, зарплата навалом. Плевать, что налет, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тыщи и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет зуб ногой и в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессии аналам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессии аналам, судья криминалом, и бокс не считает ни злой мордобой. И с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях. Профессии аналым в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а ихний пастор, ну как назло, он перед боем знал, что слабо им, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам, то много, то мало, на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед. Пусть высшей лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.